За минувшие выходные и утро понедельника на дорогах Чувашии в 5 авариях погибли 6 человек. В ночь с субботы на воскресенье на Московском проспекте в Чебоксарах водитель иномарки насмерть сбил 2 пешеходов. Мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу у дома номер 31Б по Московскому проспекту на красный сигнал. 53-летний мужчина и его спутница получили серьезные травмы, их доставили в больницу, где они скончались. Известно, что в момент аварии 22-летний водитель был трезв. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются, решаются вопросы возбуждения уголовного дела.